У нас бывают разные очень люди здесь, разные актеры, вот певцы, артисты балета. Еще у нас есть такой жанр, который представляет, кажется, Рина. Васильевна. Рина Васильевна. Зеленая. Зеленая. Да, просим, Риночка, просим. Что ж, что... Расскажи нам, давайте, что... Давайте, Дима, что вы мне сказали? Я вам сказал, что мы только что говорили о вас, когда вы были у Станиславского. А теперь вы среди нас, и мы просим вас что-нибудь... Я типичное прошлое. Ну, причем прошлое, настоящее и будущее. Допустим. Ну, звание народной артистки можешь выступить здесь? Значит, Борис Ефимович, вы, пожалуй, как никто в данном случае меня поддержите, потому что вот так Алексей Григорьевич упомянул про Филиппова так довольно скромно, но я-то могу сказать, что те все, кто были тогда прошлые, вот все мы прошлые, значит, это было, когда этот Филиппов появился, то, ну, вот я не знаю, там, вы видали Толбачик, этот вулкан? Ну, про него-то рассказывать не надо, я лично не видал. Но Филиппов, это, конечно, это было очень неудобное явление в нашем мирном клубе. Это был абсолютно вулкан, причем никакие сейсмографы, никто никогда не мог предсказать, в общем, что будет с нами завтра. Он взрывался внезапно, и он придумал, бог знает что. Вот сегодня, например, он придумал эту встречу старую, прошлых он всех созвал там, он сам узнать их никого не может. С ним здоровается, он говорит, а это кто? Понимаете? Причем они тоже его не узнают. Но так вот он временами продолжает эти взрывы. Значит, самое прошлое, один раз, даже я не понимаю, как я осталась жива. Ну, я, значит, играла на бильярде, никого не трогала. Значит, даже у меня довольно было хорошее положение в игре. И вдруг, все эти мероприятия шли одновременно везде. И вдруг выяснилось, значит, что Смыслов играет, сколько там было досок, я не знаю. 20. В общем, да? 20? 20. 20. И одна доска не пришла. Это была наша красивая Иланская. Это дивная Иланская, которая, оказывается, даже умела играть в шахматы. Я только что взяла кий, как следует намелила, все, только собираюсь играть. И в это время прибегает, Иланская не пришла, этот Филиппов, значит, велел, чтобы Рину привели. Своя в доску. Шахматную доску. Дальше. Меня схватили, он меня, значит, схватил с одной стороны, они меня подняли, принесли и посадили на этот пустой стул. А все остальные играли. Я, значит, сижу, причем я даже знала, как ходят пешки. Ну, конечно, я слышала про другие фигуры тоже. Ну, в общем... Ну, у меня были эти ассистенты, но я все-таки самостоятельно что-то там передвигала. Какой-то был ход 17 или 18. И Филиппов мне велел сказать, что Смыслов мне предложил ничью. Правильно. Но это неправда. Из уважения к нашему дорогому Василию Васильевичу я не смею этого сказать. Нет.
кто-то из моих секундантов посмотрел и сказал Удачничу. И тот согласился. И я упала в обморок. Все. Спасибо.